Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И в сегодняшнем видео я хочу вам показать свой заказ с сайта New Chic. Одна из вещей меня очень-очень порадовала. Я заказывала такую кожаную куртку, ну, а-ля под кожу, да, и как-то не возлагала на нее надежды, но она оказалась прям вообще супер крутой. И мне безумно понравилось. Сейчас буду как раз в нашу питерскую погоду. Сейчас у нас все еще прохладно, хотя обещают уже плюс 20. Я надеюсь, скоро будет тепло. И вот как раз сейчас успею в ней походить. И хочу также напомнить, что все ссылки и всю информацию я вам оставлю внизу в инфобоксе. Котеечка моя мне будет помогать. Да, мой сладкий? Он тут что-то разворошил все мне. Была застелена мама кровать, он все разворошил. Кажу, холодно, хочется под одеялко, да? Давайте я начну с первого, девочки. Это вот такое платье, такого достаточно насыщенного синего цвета. Очень классное платье. Единственное, что оно мне большевато. Что-то я смотрела на размерную сетку, и оно оказалось большое мне. Вот. Я, скорее всего, отдам его своей сестричке, потому что она мне еще после рождения ребеночка не похудела, и ей как раз, я думаю, будет отлично это платье. Значит, оно идет длинное, но я его сейчас вам примерю, покажу. Расклешенное к низу и идет на пуговичках, то есть оно полностью, ну, как рубашка такая, да, получается, с длинным рукавом. Но рукав не совсем длинный, и рукав вот здесь вот не... То есть нет манжеты, просто вот так подогнут. И тут два кармана здесь, соответственно, и вот такие вот пуговки. Вот. Очень классно сшито, нигде ничего не торчит. Здесь вот как раз идет пояс. Очень хорошо. В общем, сейчас примерю, девочки, покажу, как смотрится на мне. Это платье. Смотрите, оно очень классное. Мне кажется, мне очень хорошо такой цвет. Синий вообще такой, ну, мне нравится такой цвет. Единственное, что мне это платье, еще раз повторюсь, великовато. Даже видно по плечам. Я думала, что, может быть, носить его как-то с курточкой, но думаю, что все-таки я отдам, наверное, сестричке его, тем более она меня любит тоже такой цвет, а себе, наверное, закажу потом другое, такое же длинное, может быть, какую-то другую расцветку, не знаю, но мне очень нравится. Смотрите, длина рукава, общая длина, я рост 1,65 м, и вот такая вот получается длина, что называется, то, что вообще нужно. Вот, рукав можно закатать, соответственно, да. Вот таким образом, я обычно таким образом и ношу все рукава, даже зимой. Вот, и очень красиво. Я застегнула на последнюю пуговичку, но мне тоже тут достаточно свободно, потому что оно мне, видите, очень великовато. Хотя вот так вот вроде пояс одела, да, завязала, и вроде ничего. Но платье очень красивое, оно такое легкое, струящееся, несмотря на длинный рукав, очень хорошо будет, мне кажется, сейчас летом, или, например, одеть кожаную куртку. Одела, девочки, с кожаной курткой, вот этой кожаной куртки моей 100 лет в обед, я уже даже не помню, где я ее покупала, ну, я не знаю, лет 5, наверное, если не больше. Она такая тоненькая, и с этим платьем, мне кажется, ну, я бы, по крайней мере, носила так, кожаная куртка и еще какие-нибудь черные кеды, которых у меня нет. Ну да ладно, вот, у меня, как всегда, образ до конца не собран, но мне кажется, вот так вот смотрится очень даже прикольно. У меня эта куртка, кстати, с такой, как баской, вот, и вот такой вот образ, и рюкзак бы я бы какой-нибудь взяла, то есть такой более спортивный бы вариант бы сделала. Кот у меня тут вообще все разворошил, девочки, все постельно, не буду ему мешать. Хочу вам показать вот такие крутые кроссовки, я заказала, ну, это как кеды такие, девочки, посмотрите, какая прелесть вообще. Они мне пришли, здесь вот немножечко помялись, они приходят просто в пакете упакованные, но вот у меня немножко они слегка помялись, и шнурки шли отдельно, в общем, я тут зашнуровала, но смотрю, что очень криво. Очень мне понравились, девочки, посмотрите, какие прикольные. Я всю обувь с сайта New Chic беру по длине стопы, и она мне подошла идеально, но примерно на размер, в общем, они, получается, маломерят на размер. Вот, то есть на свой 39-й я беру 40-й. И вот, девочки, кроссовки вот эти. Боже, как они мне нравятся. Это не кроссовки, это кеды. Смотрите, как прикольно смотрится. Единственное, что я бы еще хотела бы какую-нибудь яркую футболку. Вот это, кстати, футболка у меня тоже с сайта New Chic. Заказывала я ее очень-очень давно. Джинсы мои дурацкие. Их надо будет
как-то другие, в общем, какие-нибудь. Вот, можно даже каким-то спортивным костюмом светлым, да, и будут вообще супер. Смотрите, какие классные, боже мой. Просто нереальные кроссовки, смотрите, какие. Моим, кстати, мальчишкам они очень-очень понравились. Также, девочки, я заказала себе вот такую футболку. Очень она мне понравилась. Я ее взяла в размере тоже L, специально, чтобы она у меня была такая прям широкая на мне сидела, потому что хочу именно такую вот, ну, чтобы не в облипочку была, да, а именно такая, как оверсайз футболка в черном цвете. Как раз супер. Вот, мне очень понравилось. Здесь прямо такой плотный хлопок, девочки. Прям плотный-плотный. Видите, все как хорошо сделано. Вот, и вот это вот я уже стирала. Видите, вот это вот. Ну, это такая как вбивная туда наклейка, как набивная, да. Такая вот. Но футболочка тоже очень классная. Вот черная футболка. Это у меня Элька. Но еще раз повторюсь, нужно брать по параметрам. И, конечно, черный цвет, на камере ничего не видно. Но она сидит, видите, мне свободненько. Вот так мне очень нравится, прикрывает. Тут почти все, что нужно прикрыть. Вот. И вот эта вот белая надпись с ромашкой. Мне кажется, очень симпатично смотрится, на мой взгляд. Ну, черная такая футболка и с джинсами. Вот у меня сейчас темно-синие джинсы. Можно и с черными какими-то, и с серыми. В общем, совсем чем угодно. Темные кроссовки черные, рюкзак. Какая-то курточка сверху и побежала. Вот, так что футболок вообще летом много не бывает. Поэтому вот. Но футболка очень классная, приятная к телу. И такая достаточно плотная. Такой прямо не трикотажная, а такой плотный-плотный хлопок. Так что футболочку очень советую. Но даже Элька, я бы не сказала, что она мне прямо сильно-сильно большая. Немножко вот у меня плечо мне здесь великовато. Но такая как раз оверсайз. Все то, что я и хотела. И мне очень-очень нравится. И то, что мне понравилось в этом заказе больше всего, это вот такая кожаная куртка. Она мне очень понравилась тем, во-первых, что она очень мягкая. То есть здесь текстура сделана как под типа эко-кожи, девочки. Очень мягкая, ничем не пахнет. И я думала, что это будет просто тоненькая вот такая курточка, но она с этой стороны имеет вот такой как бы как флис. То есть она еще немного утепленная. Здесь идут кармашки. Это не обманки, а именно вот такие кармашки. Идут очень хорошая добротная молния, пояс. И внизу она сшита, видите, как рубашка. То есть это такая, как кожаная рубашка. Я бы назвала это так. И тут вот такие рукава. Вот, девочки, эта куртка, боже, как она мне нравится. Вы себе не представляете. Во-первых, она не шуршит, так как вот обычно, знаете, из не кожзама, а типа полиэстера. Бывает такой прям звук шуршащий. Здесь такого нет. Она реально вот выглядит как, ну, не из натуральной кожи, конечно, но как из эко-кожи. То есть такая очень мягкая, имеет такую фактуру. То есть, видите, она какая вот прям легко сминается, легко при этом выпрямляется. И размер, мне кажется, мне подошел идеально. Вот, на мой взгляд, это вот прям то, что нужно. Цвет бордовый, хорошо, мне кажется, с джинсами темными. Ну, обувь любая. Я бы черную одела, да, либо ботинки, либо какие-то кроссовки. Можно сумочку, можно рюкзачок. Это я одела, да, соответственно, завязала. Вот в развязанном состоянии она выглядит вот так, как рубашка, видите. Сзади она удлиненная, то есть такой разрез, как у рубашки. Мне это вообще очень нравится, вот эта история. Вообще такие рубашечного кроя вещи мне в последнее время очень-очень нравятся. Здесь кармашки, соответственно, нет боковых никаких кармашков, вот, только вот здесь вот. И в ней, вот я даже сейчас стою, нету такого ощущения, как будто в пленке вы, то есть, в принципе, очень комфортно, и она достаточно тепленькая. Я бы все-таки сюда одела какую-нибудь, знаете, такую светлую футболку или светленькую кофточку, можно бадлончик, да, можно какой-то шарф сюда одеть, вообще можно играться. Просто супер. Молния тоже очень такая качественная, добротная. Я вот на эту футболку одела, на футболку Smile. Но даже так смотрится, мне кажется, очень-очень классно. Я специально взяла, такая же есть там черная. Я взяла бордовую, потому что, ну, черная кожаная куртка, хоть коротенькая у меня есть, а вот такой нет. Слушайте, ну, для меня это вообще супер вариант. С кроссовками я опять босиком
с кроссовками, какими-то ботинками, сюда какой-то шарф, и побежала вообще супер. Мне очень нравится, особенно тот факт, что это рубашечного кроя, и реально материал очень хороший, очень качественный. У меня рост 1,65 м, длина то, что нужно, на мой взгляд. Вот, и то, что внутри есть вот такая как бы флисовая, как подкладочка, то есть эта куртка еще помимо того, что прикольная, будет еще тепленькой. Вот, так что как раз супер. Так что, девочки, вот такой вот у меня получился заказ. Я очень-очень довольна. Кстати, скоро мне придет еще один заказ. Там такие у меня более летние вещи прикольные. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что мне все понравится, все подойдет. Так что вот так. Но синее платье, скорее всего, дам сестре, потому что она у меня еще не успела похудеть. Вот, но ничего страшного, все будет, все у нее будет хорошо. Вот, так что не забывайте, что все ссылки я вам оставила внизу в инфобоксе. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Кто еще не подписан, всех люблю, целую и до новых встреч.